Всем привет, дорогие друзья, с вами Лайков, добро пожаловать на канал Лайков Геймс. И мы дальше продолжаем проходить игру Сибири 2, или Сабирия 2, или просто Сабирия, просто часть 2. Добро пожаловать на прохождение, усаживайтесь. Напоминаю, вчера мы с вами провалились с Иваном. Я не знаю, Иван, правда, может, наверху остался. Мы провалились в пещеру и оказались голыми, раздетыми в кровати. Так я думаю, мы попали к Юколам. Ага. Смотрите. Красота? Благодать? А? Если честно признаться, я начинал запись минут 15 тому назад. Проходил, и у меня игра вылетела. Я такой, что? Здравствуйте. Кунук-мак, тук-тут. Меня Кейт Уолкер. Я... Ледяная стена обрушилась. Потом... Где я? Это что, мы в Сибири? Здесь юколы живут. Кейт Уолкер сильно упала головой. Так, давайте сверху начнем. И, короче, я не рассказал. 15 минут назад я вот играл, тоже записывал вот эту серию сегодняшнюю. И потом игра просто вылетела. И я такой, что? Я зашел в игру и вот, решил типа все заново переписать. Поэтому некоторые тут я диалоги и... Вы не видели моего друга? Он такой маленький и очень старый. Я забочусь, Кейт Уолкер. Ее друг... Не забочусь. Ничего страшного, еще раз послушаю, в принципе, все диалоги, которые проходил. Я ищу Ганса Фуральберга. Где он может быть? Что происходит? Гансе тут. Где тут? Где он? А Ганс не покажу. Он может быть конец путешествия. Что вы хотите сказать? Ганс очень больной. Где он? У шамана. Готовится последний путь. Нет, умоляю, прошу вас, я должна его увидеть. Ой-ой-ой, я не хожу мешать шаман. Слишком странная она. Я ее не боюсь. Где она, эта странная шаманка? Слушай барабан, Кейт Уолкер. Скажите, великий вождь, вы еще спасли кого-нибудь, кроме меня? Нет, только Кейт Уолкер. Что же стало с этим негодяем, Иваном Бугровым? Ой-ю, духи съели Кейт Уолкер. Ой-ой-ой-ой. Кстати, понятно, либо он умер, либо что с ним произошло при падении. У меня поезд застрял. Вы можете мне помочь? Юколы уже там. Будьте маленькие, молодцы. Надо же, смотрите, спасибо, великий вождь. Работяжки наши. Так значит, мы в деревне Юколов. Ты упала. Юколы лечили твой голова. Я великий вождь. Большое спасибо. Прощай, великий вождь. Я ухожу за моими друзьями. Ты наш гость, Кейт. Отлично. Так. Давайте заберем. Что у нас тут? Рога мы заберем? Оленьи рога. Отлично. Смотрите, блин, какую пещеру они отстроили, ребят, тут. Так, барабаны, короче, нас не пускают туда. Нам нужно остановить. Вот, мы обнаружили тут лединку. Потом мы ее, думаю, она может здесь упасть и разрушить все. Короче, пройти она тут не может. Давайте искать с вами выход. Полосатые полоски кожи. Ага, и мы сделали с вами рогатку. Замечательно. Рогатка. А это у них местный колодец, короче, получается. Вот мы берем пустую фляжку. Ставим вот сюда. И заполняем, в принципе. Она сейчас опустит. Наполним. Я же говорю, я вот... парочку вещей тут делал перед тем, как вылететь. Все записывал тоже, рассказывал тут интересные вещички, первые впечатления
и потом игра взяла. Ну, игра старенькая, что вы хотите, тоже, видите, болит и бывает. Рыбий скелет. Все замечательно. Пойдемте. Вот, и подходя, короче, к барабанам я вылетел. Надеюсь, сейчас второго раза такого не будет тут у нас. Блин, какая красота. Блин, посмотрите, а это же... Это мамонт. Блин, они как, интересно, водой поливали, типа, создать? Или они... Или это мамонт настоящий? Очуметь, красота. Блин, офигеть. Интересно, сколько мы под землей. Кстати, мне, знаете, это все, знаете, на что напоминает на Властелин колец, где орки строили подобные сооружения, помните? У Сурмана, когда они были. Ну и вот тут мы, короче, вылетели. Кошмар, мы взяли еще и поломали этот музыкальный инструмент Юкол. Идеологи, они тут музыку хотя бы какой-то бит устроили, битбок себе. Мы тут берем, заходим, гости такие еще и ломают. Ой-о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 й-
Что? Мисс Толкер, мы ждем. Блин, что они с Гансом сделали? Боже, Ганс, что с вами сделали? Наверное, так неудобно, блин, лежать. Блин, бедолага Ганс. Ага, мисс Кейт Уолкер. Она имя и фамилию, и имя знает. Кошмар. Вы знаете меня? Хе-хе-хе-хе. Мисс Кейт Уолкер ждут здесь давно. Откуда она знает? Ну, откуда вы знаете, как меня зовут? Тук-тук. Волшебные уши. Телефон? Волшебные уши? Мисс Кейт Уолкер, говори во сне. Ах, вот оно что. Я во сне все рассказал, где я живу, кем работаю и как фамилия, имя и отчество мое. Что случилось с Гансом? Юколы нашли Ганс посреди снег. Он очень слабый. Он спит? Он в другой мир. Мир снов. Что? Вы не хотите сказать, что... Ганс идет в земля предков. Блин, ребята, нет, это печально. Не может быть. Ганс, сдавайся. Но должен же быть какой-то способ. Нужен доктор. Не поможет, мисс Кейт Уолкер. Ганс не хочет больше. Какой не хочет? Хочет он, хочет. Вы не просто не знаете тут об этом. Тут вот эта большая белая птица. Кажется, она увязалась за мной от самого Романовска. Харфанг, легенда, говори. Это дух-хранитель. Значит, это хороший знак? Раз он так давно с нами, значит, мы на верном пути. Может быть, мисс Кейт Уолкер. Может быть. Но это просто птица. Надеюсь, что не просто. Мне хочется верить в эту легенду. Ганса обязательно нужно вылечить. Поздно, мисс Кейт Уолкер. Слишком поздно. Никогда не может быть поздно. Вы что, женщина? Вы говорите, харфанги — это духи из ваших легенд. Но зачем тогда в деревне столько насестов? Даже легенды иногда уставай. Дух, ожидай знак. Знак? Какой знак? Мисс Кейт Уолкер хочет дух быть рядом. Мисс Кейт Уолкер, зови дух музыкой. Ах, музыкой. Теперь мне придется еще играть музыку. Вот спасибо.
расскажите мне о коридоре снов. Коридор снов ведет в земля предков. А можно вывести Ганса из этого проклятого коридора? Невозможно, Кейт Уолкер. Ганс ушел туда совсем один. Не желай возвращаться. Но его можно как-нибудь уговорить? Только один способ. Нужно уходи, говори с Гансом в коридор снов. Очень опасно. Нужно хорошо знай, Ганс. Иначе останься там навсегда, мисс Кейт Уолкер. Я знаю его, я смогу его убедить. Очень опасно. Можно совсем не вернуться, Кейт Уолкер. Ну и что? Мне все равно, я рискну. А что сделать, чтобы отправиться в мир снов? О, есть старый рецепт. А вы можете его приготовить? Не могу. Невозможно. Одна вещь не хватает. Что за вещь? Ягода двери духа. Что это такое? Маленький красный ягода от веселого дерева. Веселое дерево? И где оно растет? Веселое дерево нету больше. Веселое дерево, не смейся, давно-давно. Веселое дерево теперь в земля предков. Но должно же было остаться хоть одно, правда? Раз я хочу провести Ганса по коридору снов, мне понадобятся ягоды двери духов, так? Точно так. Увидимся позже. Все понятно. Теперь мы должны, короче, ягоды найти, которые нас в транс ведут. Я так понял, да? И которые мы сможем либо в матрице Ганса отговорить. Только лицо, добрый дух, помоги. Он должен сделать смех. Мисс Кейт Уолкер. Ничего не понятно, но очень интересно. А, ну мы взяли, да? Где это? Маска Юколф, ага. Так, больше ничего не можем взять. Нет. Так. Что такое? Еще у нее... Это косметичка, да, то типа, вот и что это такое? Возьми это, Кейт Уолкер. Дух ночи, будь добрый с тобой. Ничего не понятно. Все, да, наверное. Пошлите искать с вами, ребят, дерево, ягоды, которые где-то, она говорит. Ягоды, которые нас ведут в транс. Ягоды нас связали. Тут барабаны они отключили, смотрите, другая музыка пошла. Мучит. Куда нам? Налево, направо? Что это? Это наверх. Сюда? Или сюда?
Она же говорила про какой-то мост, что-то такое. А, смотрите, так это и есть. Вот, подожди, сюда сейчас пройдем, что будет. А еще и сюда можно. Блин, как сложно. О-о-о. Какая большая локация, ребят. Реально может заблудиться, блин, тут, если честно. Вниз или наверх. Надо путь запоминать, блин, чтобы не заблудиться. Ага, направо или налево, смотрите, есть. Это такое тут дерево, вот, кстати, какое-то есть. Будьте маленький, ты приви... Будьте маленький такой мой. А вот, вот, кстати, вот еще ягоды, вот, смотрите. Отлично. Так, матрешки? Нет, нельзя запихнуть, а что туда можно? Пробка. Звук такой прикольный. Ой, о господи, у него мурашки даже. Так, это что у нас за шест? Что это такое? Не знаю. Вот! Это же ангел-хранитель мой. Будьте маленькой, сова. А, он, получается, испугался, да? Ага. Будьте маленький, вот мы ему помогли. Льем водички, чтобы он добрался до ягод. Это ручной, да, какой-то? Будьте маленький ты мой. Маленький такой прикольный. Бурундучок. А где мышка наш? Ага. Так. Это типа лестница, да? Ага, замечательно, смотрите-ка. Будьте маленькие, еще... Ой, какой молодец. Нам ягодки, смотрите, принес, ребят. Пойдемте, отдадим. Это, наверное, надо забрать. Пойдемте, наверное, отдадим ей. Нет, 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 подожди, а как снять тебе? Все, все, дядька, только меня не клюй. Ходор, ходор отсюда, ребята. Как-то жутковато тут. Это местный лес такой, я так понимаю, да? Больших деревьев. Отлично, так, 19 минут, отлично. Наверное, давайте дойдем до пещеры. И там уже с вами уже попрощаемся, ребят. И оттуда уже продолжим. Уже завтра с вами дойдем мы до туда. Хотя я могу и дойти вне серии, в принципе, до туда. Давайте, ребят, с вами попрощаюсь. Спасибо сегодня, кто у нас присутствовал на трансляции, на какой-то трансляции, на прохождении игры Сибири, часть 2. Всем спасибо. Кто еще, ребят, не подписан, обязательно подписывайтесь. Поддержите меня лайком. Поставьте свои лайки жирнющие. Напишите веселый комментарий. Нет, нам не сюда. Веселый комментарий. Видите, я уже и заблудился. Веселый комментарий, ребята, и уже увидимся с вами завтра, на следующих сериях, на следующих приключениях нашей Кейт, замечательной, дорогой нашей. Ага, сюда. И мы уже продолжим с вами завтра, с момента, ну, где я уже подойду к пещере. Давайте, ребят, всем... Беги.
Всем пока!